Вы следите за тем, что пишут в социальных сетях, в том числе о вас? Ну, сейчас, в последние годы, в социальных сетях минимально слежу. Минимально, только если просто попадается в ленте. Так специально не бегаю и не выискиваю в социальных сетях про себя. То, что ваше назначение пролоббировала Ксения Анатольевна Собчак, это является для вас обидным или вы настолько ничтожным, что вы игнорируете такого рода? Да хоть Папа Римский, какая разница, что пишет. Вопросом, можно человека спровоцировать точно можно? Можно ли его обидеть или унизить вопрос вопросом? Вопрос может быть бестактным. А такт – это одна из основных и важнейших, одно из основных важнейших человеческих качеств.